Здравствуйте, уважаемые посетители моего сайта. И, как вы, наверное, уже поняли, сейчас речь пойдет о том, как заработать на вот этом сайте. Но для начала я хотел бы сказать вам, что вам не нужно делать для того, чтобы зарабатывать. Во-первых, вам не нужно кликать по какой-либо рекламе, просматривать какое-либо видео или же картинки, ну и тому подобное. Во-вторых, вам не нужно настраивать рекламу для этого сервиса. Никаких Яндекс реклам, никаких социальных сетей, никакого спама, ничего этого делать не надо. В-третьих, вам не нужно приглашать сюда каких-либо пользователей, чтобы они совершили какое-либо действие, или же зарегистрировались здесь, или купили что-либо на этом сервисе. Всего этого делать не нужно. Это не буксы, никаких заданий выполнять здесь не нужно, ничего скачивать с этого сервиса тоже не нужно. И как же работает эта система? И как заработать на этом сайте. Заработать на этом сайте я пытался около 2 месяцев назад. Но у меня не особо получалось. Не особо получалось, я считаю, это $30 в день. Вот на то время мне удавалось зарабатывать около 20-30 долларов за один день. Я понимал, что это не сильно большая сумма денег. И я хотел заработать немного больше. Поэтому мне пришлось немного остановиться и разработать свою собственную систему, которая позволила бы заработать больше. И вот действительно я разработал такую систему, которая позволяет зарабатывать от $150 в день. Мой личный рекорд, так сказать, это $183. Ну, бывает такое, что я зарабатываю и меньше. Бывает такое, что я зарабатываю по $70 в день. Но все же я считаю это хорошим заработком. И как все это работает? Для того, чтобы настроить систему, вам нужно около 1 часа в день. Ну, если вы в компьютере вообще новичок, или же вы пенсионер, который ознакомился с компьютером недавно, то система покажется для вас не сильно сложной, потому как все я объясняю очень грамотно, подробно и пошагово. На настройку максимум уйдет 1,5 часа в день у того, кто вообще не понимает в компьютере. И хотел бы сказать о том, как можно выводить заработанные средства из этого сайта. Вы видите, сейчас на моем балансе $218.84. Эта сумма абсолютно реальна. Я могу при вас обновить эту страницу. И вы увидите, что заработанные средства действительно реальны. Как видите, я обновил страницу только что, и на моем балансе есть $218.84. На что можно выводить заработанные средства? Ну, во-первых, можно выводить на WebMoney. Можно выводить на Perfect Money, можно выводить на Kiwi и можно выводить на банковскую карту. Я указал только те способы вывода средств, с которыми я знаком и, скорее всего, вы знакомы. Других способов вывода средств я указывать не буду, хотя их здесь очень много. Выводить можно куда хотите. Я использую Visa и MasterCard, у меня есть долларовая карта, на которую я перевожу все заработанные средства на этом сайте. Если же у вас долларовой карты нету, вы можете переводить на рублевую карту или же на украинскую карту, или на белорусскую карту, куда хотите. То есть вся сумма, которую вы заработаете, будет переводиться по нынешнему курсу. Сейчас я в контрольный раз обновлю эту страницу, чтобы вы не думали, что это все развод какой-то. Итак, вот страница обновилась, как видите. И на моем балансе 200. Вот, за это время, пока я с вами разговариваю, на мой баланс поступило еще примерно около $15. Вот, то есть, пока я с вами разговариваю, на мой баланс поступили средства. Хочу сказать, что средства эти поступили не за то время, как я с вами разговариваю, а примерно за час. Вот, за последний раз средства на мой счет поступали примерно час назад. То есть, за час мне на счет поступило $15. Я думаю, это неплохо. И вот данные суммы поступают примерно каждый час. Вы можете сейчас заработать от 70, точнее в день вы можете заработать от 70 до $170. Это я вам гарантирую. И хочу показать, что действительно средства, которые я здесь заработаю, не остаются на этом сайте, а выводятся. Сейчас я вам покажу наглядный пример вывода средств на банковскую карту. Как я и обещал, сейчас я вам покажу, что деньги из данного сервиса действительно выводятся.
Вывести их вы можете как в рублях, в принципе, так и в долларах на свою банковскую карточку. Если у вас нет долларовой банковской карты, то вы можете вывести свои деньги по вашему курсу рубля или гривны, то есть в зависимости, где вы живете. Вот буквально полчаса назад я вернулся из банка, снял сумму, заработанную за одну неделю. Почему я не показываю вам больше? Ну, скорее всего, я не считаю это целесообразным. И я лишь хочу показать, что деньги из данного сервиса действительно выводятся. Вот, здесь ровным счетом 1000 долларов. Эти деньги абсолютно реальные. Можете вот посмотреть. То есть это не напечатанные деньги. Ну и, к примеру, если вы уже сегодня заработаете свои 150 долларов, то вы можете перевести их на свою банковскую карту, деньги не задерживаются и можете спокойно их выводить.